Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Sniper 3. Сейчас у нас миссия добраться до аванпоста. Ну ладно, начнем, пожалуй, до аванпоста. Поехали. Так. Подождите, может быстрее телепортироваться будет? Да нет. Ехать-то недалеко. Поехали, поехали. Мы едем, едем, едем. В натуре три вагона. Так, что у нас? Зачистка ждет. Найти мэра. Бонус не дать поднять тревогу. Ну, бонусы меня уже не интересуют. Так, найти мэра. Хорошо. Где-то животные у нас обитают. Осторожно, минное поле. Ох ты. Ох ты. Ладно. Вход в каналы. Господи. Вот так. Начнем со снайпера. На него 150 возьмем. Есть. Так. Ахтунг, ахтунг. Минное поле. Стой. Так. Вот так. О, нет. Это мы знаем. Сменим патрон. Вот так. И опять на обычный. Нормально. Только кого мне найти, кого убить? Есть. Сейчас еще вот это вот. Нормально. Бунк. Все замечательно, все по плану идет. Да, а так. Да, в глаз. Ну, я думаю, не так уж много людей осталось. Где вы? Где-то есть. Ну и ладно. Я сейчас сам посмотрю. Где кто есть? Тут собаки еще что ли есть? Так. На собак мы не договаривались. Изучаем. Смотрим, кто здесь как ходит. Так. Короче, пусть будет шерстяной. Также как тем побольше
Ты что, ты кругами так ходишь? А мне-то так к чему? Кстати, давайте посмотрим, что у меня на прокачку есть навыки. Ну, 6, это что у меня? Режим разведки направленного взгляда вражеского снайпера. Перезарядка. Дополнительная ячейка под модуль для дрона. А я вот это вот сейчас прям прокачаю. О, очки воинов 8. Вот это вот. Ячейка для устройства. Вот так вот. Я сейчас еще навоюю себе. Ох ты. Смотришь на меня? Ну смотри, смотри. Так. Посмотрим, что у нас. А, здесь я был. Да. Домик в деревне. Блин. Ну-ка, давай-ка вот так. Успели услышать? Или не успели? Так, где у меня тут трупаки-то? С кого можно собрать? Дробовик. Это меня ничего не интересует. Так, где тут что можно исследовать? Эй, что случилось? А где ты? Ой, что-то. Так, найти мэра, захватить аванпост. Так, найти ключ. Что-то нашел. Ой, кого-то нашли, что ли? Ну, давайте посмотрим. Так. Сейчас будем смотреть, кого, чего они там за кипиш подняли. Периметр. Проверьте периметр. Так, ну ты здесь один стоишь. Ты здесь тоже один стоишь. Электрощиток. А, так ты вот где. Все понятно. Что почем. Мне надо будет немножко назад. Хотя вот, какой назад. Этот там один находится. Это не надо. Так. Не надо на меня смотреть. Представьте, что меня здесь нет. Так, вот мы пробрались. Где этот утырок? Сказали же по одному не ходить. Так. Болезни. Ох, 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 тихо, ох.
Кто здесь? Где ты? Ну, вот он ты. Бежим! Бежим, бежим! Задача выполнена. Найти мэра. На. Ну, что-то я получил. Должен был что-то получить. Бонус это какие-то аванпост зачищен. Повоевали. Постреляли. Где ты, тварига такая? Допросить мэра. Он еще та скотина. Так, 33 метра. Куда это? Что ведет? Один боец патрулирования. Так, о, здесь что-то для меня есть. Так, ну, вот шприц. Где-то тут аптечка. Нет свободного места. Ну ладно. Хотя, почему это нет? Ну-ка. Ну. Что у меня есть? Так. Что тут? Допрашиваем мэра. Зачем вы меня сюда притащили? А, потому что козел-то. Так. Данную миссию прошли. Покинуть территорию. А, подождите. Тут все? Больше нечего брать? Покинуть территорию. Бежим. Не перепрыгнул. Ну и ладно. Ну-ка. А спрятать я могу трупик? Ни разу не пробовал. О, можно спрятать тело. Все. Покидаем место дислокации. Идем за новой миссией. Убиты все. Задний ход. Ух ты, новое оружие открыто. Телепортируемся домой. Так, берем новое задание. Инженеры. О, дамба. Это интересно.
Все. Бежим. Куда мне надо? Блин. Ну, с другой стороны тоже можно заехать. Ладно. Мое путешествие будет неинтересно. Так. Вот мы под найти инженеров постройки на территории плотины. Хорошо. Вроде несложная задача. Давайте посмотрим инженеров. На территории... О, а я сверху в прошлые разы-то забирался, да. Их вот в этом здании. Да. Есть. Да где ты? Ну давай, и вот этого сейчас пристрелить и вообще в шоколаде. Не успел. Давай. Есть. А теперь тебя будем выводить. Там можно по туннелю, конечно, добраться. Где-то тут вот есть. Да, где-то тут вот было. Вот он, туннель. Так, куда здесь? Пока прямо. Куда ты меня выведешь? Так. Что случилось? Почему паника? Вылазь. Камеры слежения. Минутку. Смотрим. Ой-ой-ой. Так. Я создал вот такую вот послушную базу. И сейчас в правом верхнем углу экрана пройдет вопрос, нравится ли вам мой лэдсплей. Очень прошу вас согласовать и сделать это честно. Ну, если вы хотите, убили. Смотрим еще разок. Так, вот он. Один есть. Стоп. Вот еще один. Ага. Так. Тут есть кто?
Я вроде как в прошлый раз с крыши все это делал. Есть. Есть. И... Где тут? Где пульт управления камерами? Так. Душевая. Но. Ладно. Так, ты где мы? Ага, чисто. Сейчас я тебе дам чисто. Hello. Да. Это был я. Это был я. Что ты мне хотел сказать? А, и тот еще тоже жопой виляет туда-сюда. Сейчас нашпигуем булки-то ему. В итоге у нас уже 46 земли. По-моему, это просто прекрасно. Можно еще немного поспать и начать использовать эту землю. И для начала я бы хотел расширить. Давай. Потом он победится для создания книги. Вот так. Дебил. У тебя тут враг ходит, а ты... Что у нас здесь ждет? Патроны. Что еще у нас здесь? Что-то есть. Так, ладно. Тут у нас... Ничего. Где денежка? Посадим обратно. Соберем немного пшеницы, много соберем и посадим обратно. Ну а теперь же отправляемся размножать животных. Это свиньи. Ну, и, конечно, шприц. Же, жирные коровы. Повторюсь, что коровы нам нужны для кожи. А кожа для создания... Так, что у нас здесь имеется? Какой-нибудь сувенирчика нету для меня. Обыщем. Так. Два трупа вот здесь у нас. Надзирающие. Которые башкой своей крутят. Туда-сюда в бинокль смотрят, меня не видят. Так, второй-то где? А второй вот здесь. Давай. Так. Теперь идем сюда. Лежишь, отдыхаешь. Работничек. Так. Кто у нас? А, нас там наверху. А, внизу один есть. Да-да-да. Камера, блядь. Вонючие. Теперь у меня достаточно саженцев. Где целых 9 штук, просто жесть. Давайте же наконец вырастим мега зелень. Но срубим мы ее уже, пожалуй,
Сейчас просто немного полюбуем нашим интересным садом. Как по мне, он уже очень неплохой. Наконец-таки продолжим внимание нашего блока. Ну и немного поскольку. Ну и поскольку у меня уже был неприятный опыт встречи с мозгами, я просто выйду на сцену. Я возьму свой сад, конечно, не могу. Буду надеяться, что не контролирую меня по себе. О, смотри, очень классно. Он ко мне бежит. В нем у нас лежит поводок. Он ко мне бежит. Да. Да, я тебя видел. И, кстати, совсем забыл про то, что надо бы справиться с ним. Он уже успел подрасти. Забираем его, набираем еще и засаживаем им щуки. Просто прекрасно. У нас даже осталось немного пресника. Его мы, наверное, потом еще где-нибудь чистим. А пока пошли же сундуки. Ломаем сундук и идем дальше. Кстати, где мы? Perimeter is breached. We have an intruder. Ну ладно. Кстати, я забыл, что я очень давно не знаю. А, нет, сразу видите. Просто ему очень интересно. О, бежим. Я тебя подстрелил, нет? Так, здоровье. Вот так. Глушителя уже нету. Ограничений нет. Сейчас, подожди. Я вот этих ребят разделаю. Ох, какой выстрел, какой хороший выстрел, грохот. Все как надо. Ой, ой. Так, ой, куда это я? Так, так, так. Это не заклинатель, но сначала я очень сила. И эту банду нельзя взять на поводок. Всегда будем вести ее. А здесь нырять надо зачем-то. И вот наша банка. Он что-то там есть. Тебя тоже, и появились новые кандидаты. Однако до сих пор корреспондент так и не почитал, и я не получил вопрос. Просто она нереальная. Так. И... Нет, не удалось. Ладно. Обыскиваем тела. Так, кто это тут? Я же обшарил. Что-то неправильно показывает. Слишком много трупов. Ну ладно. Где тут? Взламывать-то надо. Ой, чинить-то сколько придется. Не свободно, я не знал бы, что здесь таблетки бы нахрен. Надо сверху было хреначить. Где пульт управления? Где инженеры? Так,
Блин. Это что? Нет свободного места. Почему? Вот, свободное место я нашел. Идем сюда. Я вас нашел. Освободите. О, так еще закрытый, подневольный. Хорошо. Освободим. Не вопрос. Вот и все. Так вот проще. Где? Найти путь на крышу. Двери закрыты. Так. Стоять. Вот так. Еще выше, ё-моё. Ну давай, еще выше, так еще выше. Get to the helo. Go, go, go. Прикрывать вертолет. А, вертолет прикрывать. Хорошо. Так. А кто на вас нападает-то? Давай, кто еще? Всех прибью. Все? Задача выполнена. Сваливаем. Пока-пока. Увидимся. Вот так. Больше никого нет? Никого. А тут кто у нас прогуливается? Выполнили. Ну на этом все. Увидимся в следующей серии. Пока.